Всем привет, зрители и их родители. Всем, кому исполнилось плюс 13 лет. О, пап, привет, а ты где? Привет. Тут сидишь один. Один хочу домик распечатать. А Катя? Катю не будешь с собой брать? Сейчас позовем и Катю. Ну, Катя, Катя, где ты? Привет! Будешь... Да не ты такой большой, что я ж не вылазю. Будешь вот. Папе помогать? Ничего себе! Вот это коробочку. Вы где такую коробочку нарыли? В детском мире в акварели. Какая огромная коробка. Ребята, посмотрите, это настоящий салон красоты. У меня теперь будет вторая девочка Сани. А нам, кстати, очень нужен был салон красоты, а то у нас все какие-то лохматые стали, и энчантим у нас надо уже в порядок всех приводить. Ну, в общем, давайте скорее приступим. Что же мы томим, ребяток? Это, смотрите, настоящий фантастический салон Сани. Ребята, давайте будем учиться плести косички вместе с Санни Дэй. Это на самом деле мультик Никелодеон. И здесь, знаете, самое главное, обязательно нужно только с родителями. Здесь нужна сборка должна осуществляться взрослыми, поэтому нам будет помогать папа. И здесь обязательно нужны отвертки, которые в комплект не входят. Здесь написано «крестовая отвертка». Но папа постарался и целый набор вытащил на всякий случай. Ну что, приступаем? Так, открывайся. Сначала мы достанем хозяйку, давайте. Хозяйку, ну давай все предметы, видишь, она как запечатана там. Да. Доставай все. Так, это стол. Или это балкон? Ну ладно, сейчас. Здесь какие-то мелкости, сейчас посмотрим пакетик. Вот это он. Смотрите, здесь даже батарейки, здесь должно что-то работать. А у нас, наверное, батарейки вот, нет. Это фен. Ага, это ну ладно, так. Это у нас здесь основание. Что там еще, Катюш? Самое главное, ребята, здесь только есть вот инструкция. Лучше это не трогайте. Да, смотрите, здесь настоящая микросхема и какие-то провода. Включить, выключить. Что у нас еще здесь? А, это мелкости. О, здесь вообще совсем мелкости. Так, на потом. Так, здесь есть еще наклеечек, набор. Как же она мне нравится. Дашь мне поиграть? Смотрите, какая она красавица! Ой! Посмотри. Как ее зовут? Ее зовут Саня. Давайте попробуем ее усадить. Она... Вау, ты, вы видели хоть это? Он двигается. Вот как это... ей будет удобно. Целый трон. Хорошо она фиксируется там, да? Да, вот она вот так вот зафиксировалась. Супер. Вот. Я сделала как должно быть. Ну как-то так вот. А это потому, что когда вот так вот она будет откидываться, голову мыть, тогда она будет вот так вот полулёжа, как в настоящем салоне красоты. Она может и голову мыть? А что, ты не знаешь, в салоне красоты все сделали. Папа и не знал даже. Что еще там от нас спряталось? Сейчас, папа. Ты мне достанешь ее. А, у нас же есть другой выход. Там же написано, помогать должны взрослые. Мне даже не верится, что я открываю такой огромный салон. Мне правда не видно, что я открою такой огромный салон. Прошу вас. Сейчас, секундочку. А, больше ничего нет. А ну и все, и все. Я смотрю, Саня Дэй уже упала в обморок от салона красоты. Нужно взять инструкцию. И по инструкции здесь уже половина собрана. А по инструкции нужно было собрать вот эти вот, смотрите, видите, козырьки. Они уже вставлены. Теперь нужно взять сиреневую. Так, папа помогает Кате. Так, вот. А теперь защелкивай. А теперь защелкивает. Это не просто. Это не просто. Это все просто, очень просто. Папа сейчас развернет прямо на секундочку. Ура! Щелк-щелк. Произошел щелк-щелк. И у нас есть такой фасад. И такой фасад дома. Так, это внутри, а фасад один вообще-то у дома, наверное, да? Как ты думаешь, нет? Фасад... А у фасада есть две стороны. Итак, это внутри. Выглядит так салон красоты, но мы его еще не собрали. А это с улицы. А это с улицы, называется фасад. Посмотрите, здесь даже балкончик есть. Можно так отметить наверху. И здесь даже специальное крепление, чтобы девочка в сане стояла и смотрела сверху. Так, собираем дальше. Здесь тоже уже у нас собран вот этот балкончик. Можно здесь... спросить, это что? Это вот он второй присоединяется этаж. Сбоку. Ты можешь на коробочку. Это второй этаж, да. Папа помогает, держит, чтобы не улетел он в мешочек. Ага, то сейчас такой ветер. Ничего себе, куча всего. Нам вот эта нужна штучка.
она. Куда эту штучку ставим? Это крышечка. Да, это дверца от шкафчика. Красиво. О, опускается и поднимается. Да. Шкафчик готов. Дальше что у нас? Теперь закрепляем весь наш второй этаж наверх. Мы вставили второй этаж. И вот здесь нам необходимо закрутить три винтика. Берем пакетик, распечатываем мелочи. Я уже все в ожидании. И достаем наши три маленьких винтика. Ого, сколько мелочевки интересной. Вот сюда кладем всю нашу мелочь. И здесь у нас будут винтики. Здесь у нас чего только нету. Где же наши винтики? Там вот даже, они, оказывается, три наших винтика. Так, пока Катя, папа у нас закручивает винтики, мы рассмотрим всякую мелочевочку. Давайте я вам расскажу. Так, это манекен, но он был не... О, так здесь два манекена, а они разного цвета. Это украшение. Это аксессуары для волос, похоже, да, для украшения? Угу. И смотрите, ножницы, чтобы подрезать волосы. О, смотрите, какие красивые прятки. Вау, такого яркого гламурного цвета. А это, смотрите, какая заколочка. Мне кажется, мне пойдет. И еще для Сани есть вот такая вот специальная штучка. А, это такой фарточек, чтобы ей было удобно всякие аксессуары положить с собой. Было ей удобно делать прически, да? А еще, тут еще я забыла про эту прятку, смотрите. Такая пушистая, как барашка. А знаете, на что мы это всю мелочевку положили? Ну, конечно, на зеркало, чтобы смотреться. И зеркало. Правда, там есть специальная пеленочка, мы потом попробуем ее снять. Ого, гроза идет на нас. Саня, да и принесла нам грозу. Как тут у папы дела? Папа заканчивает, все. Смог? Третий винтик, и все, второй этаж готов. Ура! Так, вот как раз таки теперь сейчас нужно вставлять вот такой блестящий прозрачный лифт. Все. Шикарно. А давайте сюда попробуем прикрепить Санидей. Давайте, Санидей будет нас в лифте пока ждать. Специальный держатель за талию, да, держит ее, ага. Хорошо. И все, она никуда не денется. Она счастливая катается. Так, это у нас стол для маникюра. Он там крепляется. А, вот за крючок. И он может... Он может прятаться, может выдвигаться. Так. Вот такой хитренький. И здесь у нас, смотрите, сколько много разных лаков. Итак, у нас здесь осталось мелочевку расставить. Расставляем мелочевку. Так. Куда стул? Так, стулья вот сюда. Я тут стул. Ой, а тут что-то качается. Стойте, мы что-то кое-что забыли. Здесь нужно зеркало куда-то поставить или куда-то. Зеркало сюда вот так вставляется. Я вставила. Кто там? Кто так, там? Зеркало заняло свою позицию. Теперь занимает свою позицию мойка. Она у нас находится где, мойка? О, в свой пазик она встает прям. Да. Даже легко. А здесь у нас что, двигается сердечко? Смотри, Катюш, двигается сердечко. Вау, да, смотрите. О, радуга прям, по радуге. Как раз после дождя у нас настает что? Радуга. Солнышко и радуга, да? Сейчас как раз дождик у нас идет. Один манекен сюда. Все, вставила. Вообще такое яркое все. Праздничное. Супер. А еще у нас что тут осталось? Еще стульчик, кресло, еще одно, Катюш, кресло. Кресло, которое с откидывающейся... Спиночкой? Да, потому что оно вот так вот разворачивается, и можно голову мыть так раз, и будет голову мыть. Ого! Смотрите, либо можно поставить ее вот так вот. Саму девочку Сани. И, кстати, когда я смотрела так, вот это вот, когда ее можно поставить, как будто бы это ее тапочки. Тапочки, да, да. Фиксируют. Либо сюда можно поставить кресло, да? Да, я вот так вот кресло поставлю. Так, а что еще здесь делается? Да, вот подождите, так. А давайте девочку Сани поставим, посмотрим, как она будет крутиться. Нет, а у меня есть еще девочка. Ее же подружки. У меня целый мешок подружек вот здесь. Давайте достанем ее сестренку. Маленькую. Такую сестренку. Они здесь. Они будут. Даже под цвет подходят. Волосы. Да, потому что они сестренки. И вот такую сестренку. Кого ты посадишь в кресло? А ты можешь, кстати, теперь кресло вытащить? И поставить девочку. Поставить девочку и в кресло кого-нибудь посадить. Да, я думаю, что нужно, получается. Нет, лучше дайте Сане.
давайте сами. Саня, она легко. Саня, смотри, прям встает. Вот получается, смотрите, какой секретик. Либо босиком нужно вставать, потому что вот эти вот туфельки... Они и мешают. Розочки. Туфельки, розочки мешают, да, Блэр поставить. Поэтому мы ставим Сани, а Блэр тогда мы... Садим. Посадим в кресло. Они уже готовы теперь наводить красоту. Папа тоже решил поиграть. Да интересно. Даже папе интересно. Все такое яркое, нарядное, красивое. Ты рекомендуешь папам покупать, конечно, такой набор папа, красоты девочкам? Папа, делайте девочкам подарки. И делайте приятно девчушкам. А мамам? А мамы... У меня есть... О, дождик-дик. У меня есть две... Вот это Enchanty Moss набор от Анаса Олень, ну домик там, и есть еще, как его там, Enchanty Moss кафе. Зато теперь Enchanty Moss не будут лохматыми с некрасивыми прическами, а будут с вот такими вот красивыми прическами, как у нее сестры и подруги. Да, это Санни Дэй зовет, да, всех? Все Enchanty Moss побегут в гости записываться на салон красоты к Санни Дэй. У нас тут прибыло девчонок, подружки, сестренки. Все прибежали сразу на салон. А слушайте, что-то здесь вот у нас не так. Во-первых, мелочевки некуда расставить. Ну-ка, расставляйте скорее. Чуть у нас так разлетелась вся мелочевочка. Ну-ка, давай-ка. А еще у нас остались наклеечки. Ха-ха. А папа с Катей забыли про наклеечки. Ха-ха-ха. Наклеечки. Вот мы и поставили, смотрите. Так, такая прикольная. А что это? Ну, это такая специальная штучка, когда она... Фартук для аксессуаров. Да, когда она... Парикмахера. Смотрите, у нее вместо сапожек, как у нее сестренки, они у нее прозрачные, и она тоже в колготках. Это такие ботинки? Да, они прозрачные. Видишь, у нее такие же, только непрозрачные. А в наборе салон красоты у нее прозрачный с блестками. Давайте посмотрим, у нее есть отверстие? Да, у нее тоже есть отверстие. Давайте ей вставим какой-нибудь аксессуар. Можно давайте... папа выберет? Папа хочет вот такой. Цветочек? Красивый, да. Сейчас ставим. Это не очень, конечно, просто вставлять. О, смотрите, какая она красивая. Короче, ой, какой аксессуар красивый. Короче, ей каждый аксессуар подходит. Ой, а где ножницы? А, она потеряла свои ножницы. Вот они. Не теряй больше ничего. Хорошо. Хорошо, мы проследим, чтобы девочка наша Саня ничего не потеряла. Это специальное отверстие для локонов. Это для прически? Да. Ого. Для локонов. Там их много, смотри, видишь сколько? Много-много. Раз, два, три, четыре, пять штучек. И еще аксессуары, а, наверное, знаете, можно вставлять. Я думаю, мне можно вот так вот сделать. Катя себе даже украсила. Супер. Получается, все наборы можно между собой соединять и играть с ними. Ну что, наши девочки пришли в салон красоты. Нам осталось наклеить наклейки, поставить батарейки и привести все в порядок. Но это вы увидите в следующем видео. Будем играть с этим набором, так что оставайтесь с нами. Вы были на канале Pretty Kitty Queen. Всем пока! Пока!